Экономика восстанавливается и постепенно выходит из режима ограничений. Сегодня это отметил Владимир Путин. В режиме видеоконференции он провел совещание с представителями отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями распространения коронавируса. Многие предприятия даже не прекращали свою работу, сумев в короткие сроки переориентировать производство. За несколько недель удалось увеличить выпуск средств индивидуальной защиты, наладить производство важных товаров, техники, оборудования в экстремальных и экстренных условиях. Предприятия промышленности и сельского хозяйства быстро перешли на новые решения, в результате повысили свою эффективность. Президент подчеркнул, что в условиях пандемии все они держали экономический промышленный фронт борьбы с эпидемией, и их опыт необходимо учесть в будущем. Предлагаю вместе проанализировать вашу практику решения сложных, нетривиальных технологических, управленческих, производственных задач. И главное, обсудим, как использовать приобретенный во многом уникальный опыт, компетенции в будущем. В будущем для решения долгосрочных структурных задач, стоящих перед нашей экономикой. Для того, чтобы нарастить эффективность и запас прочности по всем ключевым направлениям развития.